Чугуев, ракетами обстреливают город ежедневно, нервы расшатаны. Подскажите, как дальше? Старайтесь максимально быстро уехать из города. Не находитесь в местах, где опасно, и там, где гремят взрывы. Вы слышите взрывы, и эти взрывы слышны вашему уху. Вам нужно собраться и уехать с этого места. Переезжайте, найдите знакомых, которые находятся в Полтавской области, или в Киевской области, или в Ивано-Франковской, или в Черновицкой, и переезжайте в эту область. В случае, если не знаете, как это сделать, напишите в интернете «Волонтерская служба помощи беженцам» и переедьте по такой программе, которая есть в нашей стране. Не находитесь. Ничего нельзя сделать, не нужно это все терпеть, выезжайте возможными способами.